Работы на участках ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Сумма только двух контрактов превышает несколько сотен миллионов рублей. Эти данные предоставлены в открытом доступе на сайте госзакупок. Известно, что заявление в суд о несостоятельности общества поступило от индивидуального предпринимателя. Согласно выписке из Единого государственного реестра, ИП прекратил деятельность еще в 2019 году. В своем обращении заявитель ссылается на наличие неисполненных обязательств перед кредиторами. Их сумма порядка миллиона рублей. Изначально дело было оставлено без движения. После предоставления необходимых документов назначено заседание. Последнее состоялось 18 июня. Компания информацию пока не комментирует. В телефонном разговоре главный инженер заявил, что ничего не знает о судебных тяжбах общества. Официальный запрос редакции был направлен и в адрес администрации города Оренбурга. Вопросов несколько, в том числе, на кого лягут гарантийные обязательства в случае признания ГП «Дорстрой Уфа» банкротом после завершения работ на ряде улиц областного центра. Вопросов несколько, в том числе, на кого лягут гарантийные обязательства в случае признания ГП «Дорстрой Уфа» банкротом после завершения работ на ряде улиц областного центра. Ответ от должностных лиц пока не поступил. Мы продолжим следить за ситуацией.